Темой круглого стола стало предоставление субсидий из бюджета Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий под программы развития малого и среднего предпринимательства в Московской области, государственной программы предпринимательства Подмосковья. Она включает частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг или производство товаров в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и реализация медицинской техники, обеспечение культурно-просветительской деятельности, это театры, школы, студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские, предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющих ограниченный доступ к образовательным услугам на цели, определяемые правительством Московской области. Если субъект малого и среднего бизнеса фактически в этом году, в 2015, например, в первом полугодии приобрел оборудование, станков для производства, например, на сумму 20 миллионов, он может фактически 10 миллионов обратно получить, участвовать в нашей программе. Финансовая поддержка осуществляется в форме субсидирования уплаты субъекта малого и среднего предпринимательства первого взноса. При заключении договоров лизинга оборудования предметом лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование. Размер субсидии не более 10 миллионов рублей на одного получателя поддержки. Компенсация производится в размере не более 50% от фактически уплаченного взноса. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, ВТВ.